И снова всем привет, и на этот раз я не буду долго разглагольствовать, показывать вам какие-нибудь ролики или прочее, просто поможем Нови уже наконец-таки. Меня не волнует, как ты относишься к Менгску, Тош. Если ты и твои фантомы повернуты на убийстве, то вы будете пострашнее Доминиона. До скорой встречи, друг. Ты пожалеешь об этом, брат. Итак, Нова, каков твой план? Центр Тоша по обучению фантомов находится на станции Аверн. Вместе мы сможем уничтожить его навсегда. Загружаю тактические данные. Вот, значит, где Тош планирует создать армию фантомов. Я обнаружила 3 объекта, без которых ему не удастся осуществить задуманное. Нашей первой целью будет склад Джория. Далее по плану баки с тирозином. И, наконец, излучатель псионных волн, который Тош использует на завершающей стадии обучения фантомов. Значит, мы уничтожаем эти объекты, и Тош выходит из игры. Наш друг знает толк в секретных операциях. Уверен, он перекроет каждую лазейку. Я могу обойти некоторые системы защиты, но мне понадобится и ваша помощь. А как быть с самим Тошем? Предоставь это мне. Я расчистила посадочную площадку для ваших войск. Начинаем веселье. Ближе к делу. Поняла. Ну что ж, поиграем заново немножко. Вступаю в бой. Банда Тоша. Видишь, вон там мародера. Ставлю 50 кредитов, что попаду ему промеж глаз. Прям в мародера? Так, мы на месте. Не щелкайте клювом. У Тоши наверняка припасены для нас неприятные сюрпризы. Я обо всем позабочусь. Вы... Я под обстрелом. Ну, не стой столбом, помоги девушке. Пристрели вон тех уродов наверху. Ставим их интеллектом. Да ладно, что им помогать-то? Вот понял. Еще бы. Жесткие ребята. Превосходно. Жду не дождусь. Нова, поможешь открыть эти ворота? Конечно. Дай только добраться до панели управления с другой стороны. Ближе к делу. Замечательно. Поняла. Нова и панель управления. Вуаля. Нет ничего проще. Двигаем дальше. Приказы будут? Так. Отлично. Повтори-ка. Уже в пути. Сначала разведаем Начинаю новый. Начинаю штурм. Готова к ликвидации. Вступаю в бой. Как самочувствие? Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Готова. Это была сейчас самая тупая, наверное, идея в атаку. Моей жизни. Ну ладно. Выдвигаюсь. Они не успеют поднять тревогу. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Приближаюсь к цели. Ну просто так демократичнее, по-моему, убивать, Ложись чем... Меня. Ближе к делу. Поняла. Посылай сюда наших ребят, они и так коцаются все время. Я уже заждался. Почему бы... Снова на связи. Так можно медиков просто к нам подослать и Готово. Похилить ее немножко. Тем более они довольно быстро ее хилят, так что разницы по большому счету нету. Вот эту вот фигню отлично. Я никак не разрушил. Выдвигаюсь. Осторожно, впереди осадный танк. Если я подберусь поближе, то смогу телепатически воздействовать на экипаж. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Что-то я совсем забыл, что мы можем. Что такое? Воздействует на экипаж. Ближе к делу. Поняла. Положись на меня! Хочу! Нова на связи. Уже в пути. Выполняю. Давайте, убиваем их. Положись на меня. Ближе к делу. Начинаю штурм. Пока Нова не видит, все зашибись. Уже в пути.
Фантомы. Я с ними разберусь. Готово. Слышимость отличная. А что было больно, на самом деле? Слышу тебя хорошо. Так, убить фантомов. 10-5 тысяч кредитов за каждого. Жалко, нельзя получить награду и за ту миссию. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. В атаку. Несчастье для фантома. Выполняю. Положись на меня. Они меня видят только периодически. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Хлоп, вот это поворот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот теперь я Мато в студию. Я уже заждался. А ведь я считал тебя человеком чести. Ты совершил очень-очень большую ошибку, брат. Молодцы, мальчики. Наша следующая цель — баки с тирозином. Я расчищу для вас посадочную площадку. Будьте готовы. Ближе к делу. Говорю же вам, я что-то видел. Почему бы просто не заставить тут... Уже в пути. Жду инструкций. Системы активны. Снова на связи. Анализ так, ладно. Зоны конфликта. Понятно. Большой брат следит за тобой. Что? Готово. Слышимость от... Каков приказ? Сформулируй за... Повтори-ка. Выдвигаюсь. Так. Посражайтесь-ка между собой, ребят. Скорее в атаку. Слышу. Красавцы. В посадочной зоне порядок. Можешь десантировать войска, Джим. Пускай твои парни попробуют открыть ворота. У нас мало времени. Куда стрелять? Соло! Что такое? Так. Говори громче! Соло на ударных, да? Не вешай нож, головорезы! Нет ничего проще. Не вопрос. Ворота открыты. Повеселимся. Я первый, я Эх, первый. Люблю я этих ребятишек. Уже в пути. Нова на связи. О, поняла. Пусть лучше Нова уже немножко займется. Хотя... Да, проблемка. Положись на меня! Ладно, соло на ударных. Ну, какова ситуация? Я воронку чем порадуешь? Сколько можно? Выкладывай! Чем порадуешь? Конечно! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет, сколько нет, можно сука. Сидеть без дела? Когда на дело? Это было прям ладно. Обидно. Это лоханулся называется. Вот да. Что? Готово. Ладно, хватит одного танка, в принципе. Отличная. Выдвигаюсь. Но, блин, это было обидно. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Угу. Положись на меня. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Готово. Так. Слышимость отличная. Говори громче. Анализ зоны конфликта. Что там рвануло сейчас? Кому перерезать глотку? Повтори-ка. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Вау! Бежим. Я отправил тебе подарочек, мистер Рейнер. От него ты вряд ли сможешь убежать. Волнение. Получен приказ с высоким приоритетом. Корабль следует приказу.
Ну почему же вряд ли сможешь убежать? Убежали же. Нож, головорезы. Ладно, головорезами давайте пройдемся. И это все. Я первый. Принято. Вот да. Приступим. Чё, расчекрыживать бункеры они умеют очень хорошо. Непременно. Мне конец. Отлично. Нова на связи. Так, ладно. Ближе к делу. Нову, у которой осталось очень мало хп. Это поняла. Плохо. Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Ближе к делу. Так, поняла. Нет, мне, видимо, сначала сюда все. Уже в пути. Готово. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Из огня. Что? Ближе к делу. Прикрой меня, а я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Как там было? А, нет. Готово. Кара небесная. Разумно. Не вопрос. Вот да. Я первый. Принято. Анализ. Так, эту фигню мы разрушили. Распоряжение принято. Подтверждаю выполнение. Получен приказ с высоким приоритетом. За работу. В процессе. Все, что ли, да? Фантом остался один. Или последний фантом-то? А, он прям на центре. Следует приказ. Солид под... Повтори-ка. Поняла. Ну, я думаю, как-то так. Шандарахнуть. Слушаю тебя. Это запах победы. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Уже в пути. Теперь можно и дальше. Каков приказ? Нова на связи. Ближе к делу. Готово. Всеми, кроме воздуха, подходить. Приближаюсь к цели. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Ох, рвануло-то, рвануло-то. Зачем ты это делаешь? Ты испытываешь мое терпение, брат. И оно на пределе. Отлично, Джим. Переходим к последней задаче. Пси-получатель хорошо охраняется. Думаю, стоит разнести его ядерным ударом. Ну и ладно. Что? ВВС прибыли. Укажите цель. Положись на меня. Приказ получен. Точно. Так, успеет, не успеет, интересно. В пути. Ух, 2 хп, красавчик вообще. Мне прям нравится. Меня. Так он еще и ту разнесет. Шикарно. Вся, так, они только по наземным целям. Ага. Скорее в атаку. Я помню. Смело. Приказ получен. Это по мне. Вперед, к победе. Ха-ха. Шикарно. Так, а теперь че? Поизучаем немножко. Смотрим, где ладно. У нас кто. Хорошо. Принято. А как же? Ага, сики. Вперед, к победе! Хорошо.
О! Подопытный. Это по мне. Принято. Никто не вечен. Тихо. Приказ, ну, можно вот этих двоих законтролить, короче, если грамотно сделать. Смело. Все, в принципе. Прием. Готов к трансформации. Уже там. Давайте попробуем. Ага, о, я так и думал. Ну так, чуть-чуть их побить. Слышу тебя хорошо. Что такое? Так. Вперед! Тебя мы, в принципе, вот сюда что? Просто пошлем. Ближе к делу. Поняла. Ну, за тобой. Уже в пути. Готова к ликвидации. Слышимость отличная. Хотя зачем? Говори громче. Какова ситуация? И сами своих убивают. Я обо всем позабочусь. В атаку. Выполняю. Ближе к делу. Начинаю штурм. Шикарно. Так. Поняла. Отсюда я, конечно, не достану, да? Положись на меня. Уже в пути. Анализ зоны конфликта. Распоряжение принято. Понятно. Приступаю. Корабль следует приказу. Нова на связи. Готово. Так, здесь, в принципе, слышу мимо даже этих ребят можно пройти. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Пошли, чувачок, ты будешь их убивать. Приближаюсь к цели. Они не успеют поднять тревогу. Шикарно. Не, вот этого мы точно возьмем под контроль тоже. Нова на связи. Не успел. Ближе к делу. Давай же! Пошли развлекаться, дружок. Пошли развлекаться. Поехали! Все кончено, клубцы. Легко. Шикарно. Не вопрос. Сделаю. Мне прям нравится. I'll be back. Молот богов! Что? Поняла. Уже в пути. Готова. Так, по сути, здесь все можно сделать новое, если делать это более-менее так качественно, скажем так. Повтори-ка. Слышимость отличная. В атаку. Выдвигаюсь. Начинаю штурм. Успел. Я обо всем позабочусь. Мне нужна ядерная ракета, она чуть повыше. Выполняю. Положись на меня. Ты меня почти не трогаешь, чувак. Все нормально. Даже слышу, не парься. Тебя хорошо. Так, вот здесь еще один. И там двое, ближе, да? Ближе к делу. Угу. Готова к ликвидации. Поняла. Банда Тоша. Ближе к делу. Уже в пути. Готово. Прикрой меня, а я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Как да зачем тебя прикрывать, ты и так нет. В норме. Готово. Я обо всем позабочусь. Готово. Выполняю. А вот здесь в чем проблема. Ну да, не очень хорошо, они могут ее так разрушить. Ближе к делу. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Ой, когда же вы все подохнете?
Вот он. Запуск этой ядерной ракеты. Уже в пути. Здесь должно быть кабум, но всем насрать. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Ага. Выполняю. Ты был прав, Рейнер. Ядерный взрыв уничтожит большую часть защитных сооружений. Системы активированы. В процессе. Какова ситуация? Поняла. Уже в пути. Угу. Готово. Слышимость отличная. Пробегаемся. И надо Поняла. Сделать какой-нибудь кабум. Шикарненько. По-моему, это очень. Еще не конец. Скоро мы с тобой встретимся. Ну и ладненько. Сейчас всех противников задания призрачный шанс на уровне сложности. О боже, всех противников. Серьезно. Ладненько. Входящая передача. Это Тош. Не терпится же ему позлорадствовать. Включай. Ты за это поплатишься. Это что, я? Зря ты меня обидел. Ты мразь, Тош. Я всю свою жизнь боролся с такими, как ты. Ты и я. Мы два сапога пара. Мы оба пойдем на все ради своей цели. Нет. Ты так ничего и не понял. И не поймешь уже никогда. Да ладно. Я в 6 световых годах от тебя. От меня. Холодная и расчетливая. Кого-то ты мне напоминаешь. Рад, что ты охотишься не за мной. Во всяком случае, не сегодня. Увидимся, Джим. А нормальные девушки вам не попадаются? Сэр, Нова прислала документацию по обучению призраков. Теперь мы сможем создать свою армию невидимых убийц. Если Менгск об этом узнает, ей придется многое объяснить. Думаю, она замела все следы. Ведь призраки постоянно этим занимаются. Еще глотки людям режут. Верно. А это Нова ничего так, девка. А, Джимми? Не думал приударить за ней? От нее одни неприятности, Тайкус. Бегает за этими чокнутыми фантомами, ну и слава богу. Главное, чтобы держалась подальше от нас. Это не ответ. Ты пропускаешь одну юбку за другой. С тобой явно что-то не так, парень. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. По сообщениям службы безопасности Доминиона, спецагенты выследили и нейтрализовали лидеров группы повстанцев, называющих себя «Лезвие тьмы». Это отличные новости, Кейт. И каковы комментарии агентов? Комментариев не поступило, но я думаю, они довольны проведенной операцией. Итак, уважаемые телезрители, благодаря усилиям службы безопасности, шпионы Джима Рейнера были преданы справедливому суду. Но позвольте, в сообщении ничего не говорилось о Джиме Рейнере. Мы продолжим после рекламы. We'll be right back.
Почувствуй отдачу от жизни. Ай, пистол. Не нравится мне это Ново. Скольким людям она всадила нож в спину? Мы условились, что Ново откроет нам секретные технологии призраков. Она сдержала обещание? Твоя девчонка-то? Да, сдержала. Я уже начал искать способы улучшить текущие образцы. Она не моя девчонка, Свон. Профессиональный убийца, который рано или поздно приставит нож к твоему горлу. По мне, так идеальная пара для тебя. Как же ты меня... Призрак. 25-миллиметровый карабин С-10 Марк 6. Разработанная конфедератами незадолго до падения Тарсониса винтовка Марк 6 является лучшим образцом противопехотного оружия для призраков. Технологии Доминиона не стали изобретать ничего нового и просто продолжили производство удачного экземпляра. Несмотря на высокий профессионализм, призраки проявляют необъяснимую халатность, когда дело доходит до ядерных ударов. Поэтому их винтовки снабжены магнитными датчиками, чтобы командованию было проще выявить точное местоположение призрака. Впервые винтовку Марк 6 испытал Форвальд Уинсон по кличке Шершавый. Его целью был килмарийский барон Джеймс Форчен. Уинстон говорил, что это оружие красивее и вдвое добрее любой девчонки. Ага. Я не жду благодарности от Новы, но считаю, что мы верно поступили, избавившись от Тоша.